90. Ресторан Харакири – это не тили-тили, даже не тролливали с кухней в полуподвале. Как саке для беседы, все готово к обеду. Суши, рис, гарнир а-ля карт, роллы, души, искалеченные савонароллой из гарнила арт-школы. Ужин в нулевых. Ресторан жили-были. Шведский стол в русском стиле. Водка с шуткой грубой и селедка под шубой. Официанты, ребята, подают воровато овощные салаты. И чуть тяжеловато муть в компоте. Закуска — грудь в обхвате под грудь.